Сначала мы настроим модуль для цифровой слова. Получится, что минус 7, x равно 3,5. Так, x это 3,5, между прочим, подходит. Отлично. И дальше мы раскрываем модули с минусом. То есть минус x плюс 2. Получается, что минус 2x равняется 3. X равно минус 1,5. Отлично. Ну и, собственно, 2 ответа. Да. Минус 1,5 тоже подходит. Все замечательно. Ребята, а теперь смотрите, вот забавная вещь. Подряд два решения с одной и той же ошибкой. Ведь вы сейчас что сказали? Или они оба раскрываются, как если бы они были положительными. Или оба раскрываются, как если бы под модулем были числа отрицательные. То есть вы повторили эту ошибку. Ну, другими словами, но вы сказали ровно то же самое, что она. Совсем то же самое. И если бы я ее тогда не прервал, то она получила бы те же самые ваши два. Ответы правильные, кстати. Ответы, да, ответы годятся. Какой случай вы забыли? Если один множественный. Совершенно верно. Вы забыли рассмотреть ситуацию, когда эти числа разного знака. Вот давайте сделаем так. Вы выписали одно уравнение, решили. Выписали второе, решили. Давайте вот здесь вы напишите еще одно. Минус x плюс x минус 2. Это 5. Отлично. Как у нас? Минус 2 не равно 5. Минус 2 не равно 5, поэтому здесь решения нет. Очень хорошо. Вот, нет, вот не надо ставить x. Просто чуть-чуть сюда подойдите и сдвиньте себе на несколько сантиметров. Да, отлично. И теперь другой вариант. X. Да, что у нас? Ага. Отлично. Отлично. То есть вы, что вы делаете? Рассмотрели все варианты. Рассмотрели все варианты. И выяснилось, что забытые вами варианты на самом деле что? Не дают новых решений. В этом смысле, между прочим, вторая задача плохая для экзамена. Почему она плохая? Потому что сделавший логическую ошибку в решении ученик получает правильный ответ. Это плохо, потому что в результате одну и ту же оценку, если проверять только по ответам. По ответам, что значит? Вам говорят 3,5 и минус 1,5. И вот если вам так сказали, то, и если человек правильно решал, то есть разбирал все 4 случая, если человек решал неправильно, но у обоих получился один и тот же ответ, одни и те же 2 числа. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, если у меня будет не сумма двух модулей, а сумма трех модулей, или, не знаю, там, четырех, вот если будет сумма четырех модулей, вы будете рассматривать 16 вариантов? Нет. А как? А сумма трех модулей, вы будете рассматривать 8 вариантов? Ну, возможно, что вот эти модули. Что сейчас надо понять? Изложенный способ. Безусловно, правильно. То есть, что она сделала? Есть выражение с модулями. Она говорит, что вот это число или положительное, ну, или 2, или отрицательное. То есть, или модуль раскрывается как x, или он раскрывается как минус x. Дальше, вот это вот или число x минус 2 не отрицательное, или оно отрицательное. Тоже раскрывается двумя способами. Между прочим, часто в школе учителя для того, чтобы добиться, что называется, полного понимания, делают так. Заставляют учеников писать не вот это уравнение, а целую систему. Пишут не вот так, x плюс x минус 2 равно 5, а пишут x плюс x минус 2 равно 5, x больше или равно 0, x минус 2 больше или равно 0. Понимаете, для чего? Потому что нас интересует это уравнение не всегда. А вот именно в этих случаях. Я, на самом деле, не советую так делать всегда.
всегда. То есть, как сказать, иногда это хорошо, иногда это очень удачно, замечательно получается. Но не надо привыкать это делать автоматически. Почему? Бывает, что неравенство решить чуть ли не сложнее, чем это уравнение. И если неравенство решить достаточно сложно, то вы потратите на это время. Вместо того, чтобы решить уравнение, особенно замечательно, если уравнение вообще не имеет решения. Вот как здесь у нас получилось, да? У уравнения нет решения, а мы бы там сидели, решали неравенство, выясняли, когда это. Да неинтересно, у него просто нет решения. Так вот, вместо того, чтобы выписывать аккуратно такую систему, можно, как она сделала, написали уравнение, получили, но тогда сделали проверку. То есть просто вот это число 3,5 подставили сюда и получили здесь 3,5 плюс 1,5 равно 5. Отлично. Ну и во всех остальных случаях, да, тоже можно было выписать целиком систему. Так вот вопрос. Как можно было легче? Ну, в данном случае уравнение очень простое, поэтому вопрос легче, он философский немножко. Уравнение очень простое. Скажем так, какие есть другие способы рассказывать решение второй задачи? Есть способ рассматривать только три случая. В этой задаче это крохоборство, потому что три случая от четырех не сильно отличаются. А вот если у вас в уравнение входит, скажем, четыре модуля, то в таком случае четыре точки делят ось на пять интервалов, то есть на луч, дальше три отрезка и еще луч на пять частей. А случаев, если вы будете рассматривать просто про каждый модуль положительный отрицательный, у вас будет сколько? 16. Согласитесь, что 16 случаев – это намного больше, чем 5, правда? То есть 4 – чуть-чуть больше, чем 3, а 16 – намного больше. Так вот, как рассматривать 3 случая? А вот как. Рисуем честную ось. Ставим на ней точку 0 и точку 2. А дальше пишем следующие системы. Смотрите, какие системы. X меньше 0. Другая система будет x от 0 до 2. И третья система будет какая? X больше 2. Логично? Логично. Когда x меньше 0, модуль x – это минус x. Модуль x минус 2 – это минус x плюс 2, потому что x минус 2 – число отрицательное. Вот это должно равняться этим. Когда x больше или равно 0, то модуль x это x, а модуль x минус 2 раскрывается как минус x плюс 2. Вот. Ну и наконец, когда x больше 2, то это будет x плюс x минус 2 равно 5. Ну дальше каждую систему надо решить и получить, естественно, те же самые ответы. Да? То есть вот в этом случае получается x это минус 3,5, правда? Нет, это минус 1,5. X это минус 1,5. Здесь вообще чего? Да? Здесь нет решений. Нет таких чисел X. И здесь X. Так, всем понятно? Всем понятно. И все-таки еще один способ. Графический. Графический способ, вот какой. Я уже нарисовал график на всему. А давайте подумаем, как выглядит, давайте его даже на той же картинке нарисуем, график функции модуль а минус 2. В какой точке модуль числа а минус 2 равен 0? В двойке. В точке 2. Отлично. Что будет дальше? Когда а будет потихонечку увеличиваться, модуль числа а минус 2 будет настолько же увеличиваться. Значит, идет параллельно вот этому лучу, тоже под 45 градусов. Когда а пойдет налево, то есть а это будет двойка минус какое-то число, то, соответственно, пойдет туда. В общем, ребят, график функции а минус 2 получается из модуля а минус 2, получается из модуля а сдвигом на 2 единицы вправо. Замечательно. А что будет, когда сложь оси x, y, функция будет... y равно вот этому. Пока я уберу равно 5, просто функция такая. Y это модуль x плюс модуль x минус 2.
Давайте подумаем. В нуле сколько будет модуль x плюс модуль x минус 2? Если 0 подставишь, что получишь? Двойку. Двойку получишь. Ну, не в смысле двойку в школе, а двойку в смысле число 2. Да? Замечательно. Если двойку подставишь, что получишь? Тоже 2. Тоже 2 получишь. А вот дальше очень важная вещь. Если вы берете любое число, если вы берете любое число между нулем и двойкой, то модуль x это расстояние до нуля. Понятно? Модуль, вот есть здесь x, модуль x это расстояние до нуля. А модуль 2 минус x это расстояние до двойки. А чему равна сумма этих двух отрезков? Двум. Поэтому график будет двойкой. Замечательно. А теперь смотрите, если берешь x наоборот справа или слева. Вот вы в качестве x взяли какое-нибудь число, которое больше двух. Тогда вас интересует вот этот отрезок и вот этот, правильно? Отлично, что это такое? Это та же самая двойка, плюс удвоенный вот этот отрезок. Значит, здесь пойдет прямая с угловым коэффициентом 2. Точно так же, когда если берете любую точку, надо взять расстояние до нуля и расстояние до двойки. То есть это будет 2 плюс 2 удвоенный, плюс удвоенный вот этот отрезок. То есть здесь тоже пойдет с угловым коэффициентом минус 2. Вот. Получается такая штука. Осталось понять, на каком же уровне этот график пересекается с горизонтальной прямой y равно 5. Понятно, на каком. Если вы по клеточкам нарисуете, то я очень советую в тетради нарисовать это точно по клеточкам. Да? Даже советую, чтобы у вас красиво все получилось, вот это взять две клеточки. Тогда, ну только надо не забыть, что у вас 10 клеток в высоту хватило. Потому что иначе пересекаться будет слишком высоко. Итак, в тетради рисую. Вся картинка будет довольно широкая. Надо, чтобы здесь вот хотя бы 7 клеточек было. Почему? Потому что здесь 2 клеточки, еще 2, еще до 3, 2 и до 3,5. Одна, хотя бы 7 клеток здесь было. И в высоту надо, чтобы было хотя бы 10 клеток. Ну, лучше, конечно, чуть-чуть побольше. Вот. И тогда получается вот такой график. Очень простой, между прочим. Очень понятно устроен график. Здесь горизонтальный отрезок, и дальше такие вот прямые. И где-то он пересекает прямую y равно 5.